Привет, гурманы! В преддверии Рождества и Нового года хочу порадовать вас классическим рецептом червей под шубой. Этот салат украсит любой новогодний стол. Сначала сварю свеклу. Она варится 2 часа, поэтому пока нарежу лук. Сварю яйца. Сварю картошку и морковь. Перекручу на мясорубке червей. Через некоторое время морковь, картошку и яйца, а также свеклу натираю на терке, чтобы потом слоями выложить на тарелку. Итак, выкладываю картофель. Он придаст блюду основу. Добавляю майонез. Потом добавляю червей. Они придадут салату неповторимый вкус и аромат. Добавляю лук, который прекрасно гармонирует с яйцами, выложенными толстым слоем. Добавляю майонез. Далее выкладываю морковь, без которой салат получится пресным и менее вкусным. И, наконец, свекла – обязательный ингредиент этого салата. И все заливаю майонезом. Ну что, попробуем? Получилось очень сытно и вкусно. Кстати, вместо червей в салат можно добавлять и тараканов, и пчел, и даже перекрученных на мясорубке пауков. Мотайте на ус, друзья, мои рецепты, и помните, я вам плохого не посоветую. Все, с Рождеством вас, наступающим Новым годом, и до новых встреч!